Привет, ребята! Только посмотрите, куда мы с вами сегодня пришли. Это парк развлечений Take a Boom в Москве. Пойдемте скорее играть. Где мы в первую очередь поиграть, даже и не знаю. Смотрите, кто там, ребята! Это же дядя Федор, мой друг! Привет, дядя Федор! Что ты сделал? Кто потерял? Синего трактора потерял? Да. Ребята, вы слышали? Дядя Федор потерял синего трактора. Ну надо же его найти. Да. Пойдемте искать. Что, дядь Федор, думаешь, он может быть в этом шаре? Да. Давай на нем попрыгаем и проверим. Если никто не будет кричать и визжать, значит нету. Ты слышишь какие-то звуки? Я тоже нет. Значит, там трактора нету. Идем искать дальше. Ой, дядь Федор. Дядь Федор, мне кажется, он может быть здесь. Сейчас залезем в эту паутинку и поищем синего трактора. Ну что, дядь Федор, попробуем залезть? Ой, этот ход слишком узкий для медведя. Не пролезу. Придется искать синего трактора в другом месте. Дядь Федор! Ой, идем за мной! Залезай, идем искать вон туда! Давай, дядь Федор, я за тобой! Ты не видишь синего трактора? Нет! Внимательно посмотри по сторонам! Не видишь его? Нет. О, я как будто вижу, вон там кто-то проехал только что! Бежим скорее! Так! Ой, дядь Федор, осторожно! Ты куда полез? Аккуратно пролезай! О, этот дядя Федор, конечно, непоседливый товарищ! На счет три готов? Раз, два, я быстрее! Ой! Так, дядя Федор, нам не до веселья, нужно синего трактора найти! Ну пойдем искать. Давай помогу. Может быть в домике? Иди, иди сюда. Иду, иду. Бывай, дядь Федор миленький. Тяни меня. Ой, нет, ребята. Кажется, я слишком много кушал сегодня. Не пролезу я в эту дырку. О, дядь Федор. Ну что, может быть, попробуем его вот здесь поискать, на этой полосе препятствий? Да. Так, так, так. Я его здесь не вижу. Дядь Федор, ну ты чего? Нам же вон туда с тобой. Так, так, так. Дядь Федор, ну ты куда меня завел опять? В какую-то дырку. Синего трактора здесь не видно. Фу. Ну и устал же я. Кажется, синий трактор был здесь. А значит, мы почти у цели. Ну что, дядя Федор, синего трактора мы так и не нашли. Ну, кажется, я напал на его след. Смотрите, это же следы нашего синего трактора. А значит, он был здесь. Наверное, он тоже нас ищет. Дядя Федор, пойдем скорее. Идем. Лезем наверх. Дядя Федор, мы с тобой лучшие сыщики, правда? Ой, какая колючка, колючая. Дядь Федор, идем дальше, вон туда. Я иду за тобой. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Ищи, смотри внимательно глазами. Давай, дядь Федор. Ой. Дядь Федор. Я не могу больше, я устал. О! Вот он и трактор нашелся. Лежит, мультики смотрит. Ой, дядь Федор, Миша,
А вы чего здесь? Как это что, трактор? Мы тебя тут вообще-то с дядей Федором весь день ищем. Идем тебя и утаем. Фух, ну хорошо, что мы с дядей Федором все-таки нашли синего трактора. Теперь всем вместе пора идти домой. Пока, ребята! Пока.